Здравствуйте, Лев. Это видео про ваш переходник с одуванчиком и два одуванчика. Вот первый одуванчик на моей тестовой линзе, кстати говоря, точно такой же вивитар, как ваш. Так, этот одуванчик для макроадаптера. Как я и писал. Я запрограммировал фокусное расстояние 200 мм и диафрагмы от 3,8 до 45. Поэкспериментируйте. Что-то интересное должно получиться. И одуванчик непосредственно для этого же объектива. Как отличить два одуванчика? На одуванчике для объектива красная точечка на задней стенке одуванчика. Точечка сделана с помощью лака для ногтей, поэтому она легко очистится. Вот видите, с этой стороны юбки приклеен на объектив двухсторонний скотч вспененный, то есть толстый, и на основание юбки я тоже иногда приклеиваю скотч, чтобы лучше держался. А так, в принципе, держится вот на кусочке скотча на задней части юбки. Здесь я запрограммировал фокусное расстояние 135 мм и диафрагму от 3,8 до 22. Можете также сначала наклеить на этот объектив, на такой же, как ваш, на ваш объектив, наклеить с помощью двухстороннего вспененного скотча. Там сначала на стенку я клею обычный тоненький двухсторонний скотч, потом кусочек толстого вспененного, и уже потом на него приклеиваю одуванчик. Я сейчас поищу у себя скотч и тоже вышлю вам вместе с одуванчиком. Сейчас я это все упакую. Вот смотрите, вот две прокладочки миллиметровые будут лежать для установки на макротуб. И обычно еще уголочек, может быть, тоже для чего-то пригодится. Спасибо за внимание. Завтра утром они поедут к вам из Словакии.